Школа рисования. Рыбакит папа рисует. Привет, я Ваня. Давай сегодня нарисуем машину. Машину, грузовик, самосвал. Что угодно. Нарисуем просто машину. Сначала начнем, как все машины. Нарисуем круг. Один. И круг второй. Это будет два колеса нашей машины. А в этих кругах нарисуем поменьше круги. Шины. Правильно? Теперь рисуем, соединяем чертой эти два колеса. И сюда немножко, и сюда немножко. Отлично. Здесь нарисуем кабину. Я решил, что сейчас я буду грузовик, самосвал рисовать. Здесь я поднимаю вверх, влево, вниз, влево, вниз. И получается вот такая машина, смотри. Отлично, это кабина, кабина. Здесь окно нарисуем. Здесь нарисуем фары и бампер. Хо-хо, отлично. Теперь рисуем, как бы это назвать? Наверное, это, наверное, шасси или рама нашей машины. На чем держится, будет на этой раме будет держаться и кабина, и колеса, и кузов. О, кузов. Здесь рисуем такой вот кузов. Вот так, так, сюда и сюда. Я думаю, ты видел в детском мире, в игрушках, как выглядят самосвалы. А может быть, наблюдаешь, как выглядят наши КамАЗы, большие самосвалы, которые ездят по нашим дорогам. Я думаю, всем мальчишкам это нравится. И мои дети тоже любят смотреть и говорят: о, это КамАЗ, о, это фура. Вот такой мы нарисовали самосвал. И здесь я рисую песок, потому что мой самосвал везет песок. Закрываем маркер и начинаем раскрашивать. Хочу кабину красную. Сразу возьму красный, яркий цвет и раскрашу красную кабину. Мне нравится, когда машины яркие, сочные. И мои рисунки получаются тоже яркие и сочные. Из-за этого я использую масляную пастель. Предлагаю тебе попробовать ее. Отлично. Вот так. Получается очень яркая красная машина. Кладем красный мелок назад, берем голубой и нарисуем стекло. Закрасим его, этот прямоугольничек, голубым. Отлично, закрасили. Теперь возьмем зеленый. Возьму зеленый, хочу, чтобы мой кузов, моего самосвала был зеленый. Такой зелено-желтый. Очень мне нравится этот цвет. Хороший, яркий. Очень светлый. Отлично. Рама, на чем держится вот вся моя машина, она будет серая. Она железная, серая. И колеса тоже серые. Внутри будут серые. И бампер серый. Отлично. Все у меня так серое, но сами колеса будут черные. Из-за этого я возьму черный мелок и покрашу черным-черным. Колеса. Здесь можно нарисовать зеркало заднего вида. Все-таки нужно. Здесь можно ручку пририсовать. И теперь возьмем желтый и оранжевый мелок и покрасим песок. Песок мой самосвал везет на детскую площадку, чтобы весной, когда уже все растаяло, насыпать как можно больше песка на детские площадки, и все дети играли бы в песок. Отлично. И не забывай, когда ты нарисовал машину, думай, а почему она едет? Может быть, она едет по дороге, и я нарисую дорогу. Я возьму коричневый мелок и нарисую дорогу. Вот моя машина готова. Простой рисунок. Я думаю, у тебя получится. Если ты не успеваешь, ставь на паузу. А если нарисовал, то обязательно присылай свои работы в Инстаграм или в группу ВКонтакте «Рыбакит папа рисует». Я обязательно покажу другим ребятам, как ты рисуешь. И всего хорошего тебе. До новых встреч. Школа рисования. «Рыбакит папа рисует». Арт-папа для вашего малыша. Привет, я Ваня, приглашаю вас в мою школу рисования для детей «Рыбакит папа рисует». 10 лет я рисую с детьми. Миллионы ребят рисуют со мной каждый день. Главное – это увлечь рисовать. Я так думаю. Что вы можете найти в школе «Рыбакит папа рисует»? Это, конечно же, курсы от автора. Курсы нацелены на то, чтобы ребенок попробовал все. Акварель. Это первые рисунки акварели. Они простые, но понятные, и ребенок справится. Это гуашь. Как пользоваться гуашью, чтобы был первый опыт. Также смешанные техники, когда мы рисуем карандашами, мелками, раскрашиваем акварелью, есть лепка и аппликация. В школе доступен абонемент на год, когда вы можете подписаться и в течение года посещать все курсы, которые вышли или будут выходить в школе «Рыбакит папа рисует». Также есть индивидуальные занятия, когда в течение часа мы встречаемся с ребенком,
по удобным вам соцсети, например, Zoom, Skype или Яндекс. Мы рисуем, общаемся, знакомимся, делимся своим опытом и позитивом. Такие встречи могут быть постоянны, по желанию родителей. Еще одно предложение в школе рисования «Рыбакит, папа рисует». Рисуй как ютубер. Что это значит? Когда мы с ребенком делаем студию в его комнате, собираемся, встречаемся по сети, конечно же, записываем наши ролики и делаем единую передачу вместе. И она выходит на канале «Рыбакит». Это многим нравится. Такой эксперимент я уже проводил, и это интересно. Так что запомните, что это возможно теперь. И еще раз напоминаю, что цель школы «Рыбакит, папа рисует» — это увлечь ребенка рисовать. Всем хорошего дня!